Не соблюдал дистанцию и наказал сам себя. На проспекте Ибрагимова «Лада» 14-й модели догнала «Ладу Калина». Поток автомобилей остановился перед переходом, чтобы пропустить пешехода. Но не все водители были к этому готовы. Предполагаемого виновника аварии человек, переходящий проезжую часть, застал врасплох. Подробности у Салавата Мухаммадуллина. Я вот здесь стоял. За секунды до столкновения все автомобилисты, кто был рядом с этим переходом, остановились, чтобы пропустить человека. Это же сделал и водитель «Лады Калина». А вот едущий следом шофер 14-й не вовремя нажал на педаль тормоза. Я остановился, да, я не помню, уже начал движение. Но, в принципе, если я сейчас задний тормоз опущу, тачка, короче, поднимется, знаешь, я еще на тормоз. Потому что ее пронесло, она села, да. В момент удара в салоне «Калины» находились пассажиры. Однако ни они, ни водители столкнувшихся машин в аварии не пострадали. Больше всего досталось автомобилю, вероятно, виновнику происшествия. УАЗ-2114 был смят капот и поврежден бампер. Его водитель не смог объяснить, из-за чего произошло столкновение, но при этом признал вину. Без комментариев. Учитывая, что виновника аварии долго искать не пришлось, автоинспекторы попросили всех как можно скорее покинуть место аварии и оформить все документы уже в отделении ГИБДД. Салават Мухаммадуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.